Сфотографируйтесь. Не-не, я на камеру сниму. Я когда в Китае был, мы там зашли в один ресторан, нас туда пригласили. Всю нашу конференцию. Здоровенный стол стеклянный, крупный, который крутится. И на нем там всякие китайские яства лежат. Все различные. Но я там спрашиваю, бывает, а что это такое? Они говорят, да, тёпыш, не знаю, ешь. Кстати, вкусно. Я там, помню, какую-то змею ел, еще что-то там. Интересно. Я тоже, честно говоря, тоже... Ой, смотри. А, ничего. Я тоже хочу попробовать что-нибудь такое экзотическое. Я хочу в Вьетнаме попробовать это сердце. Сердце змеиное. Сердце красавицы? Нет, змеиное сердце как-то интересно звучит. Да. Которое все еще бьет, пока ты глотаешь его. Не, это вообще-то не надо делать, потому что они убивают... Прикинь, папа, они убивают змеи прямо при тебе. Ну как, ты в ресторане сидишь, они такие приносят змею, такую убивают ее, и сердце достают. Ой, да, я вспомнил. А, подожди, они в водке. Каньон, получается. Да. Они в водке это пьют, да. Не, ну прикольно, они даже это... Там что это, байл, там, как это? Что? Желчь. Желчь, да. Они даже желчь пьют, папа, в водке. Так противно. Ну не, я бы желчь не стал бы есть. Погоди, а желчь там что это? Там кислота какая-то? Да. А кислота? Наверное, не желчь. Кислота, фермент. Ну, может, это полезно, нет? Ну, наверное, для пищеварения полезно. Если своей не хватает. Особенно для психического состояния может быть ничего. Есть такое. Хотя они привыкшие. Горы Калабасаса. Да. Давай. Это Малибу, да, Даня? Да, это да. Малибу Маунтинс был написан. Да, вон. Малибу Кенни. Малибу. А машина в честь этого Бьюик, да, да, пап? В честь этого у нас? Вон уже океан. Ага. Океан. Красиво, достойно. Что не скажешь. У нас он на Байкал фиг попадешь, вот здесь посмотреть на город, на этим серпантин. Там тоже красиво. Пахлава, горячие пирожки. Ламбургини. Ламбургини. Хачапури. Много их. Тяжело представить, что средний там сколько? Средний доход из семьи американской 300 тысяч или что? Но, как сказать,
сторону. Она буквально заблокировала всех баба людей, которые запостили еду на Фейсбуке. С кровоснабжением. Ой, там летающая тарелка. Раньше думали, что если быстрее, чем 30 миль в час ездить, ну, из-за этого поездов боялись, если быстрее, чем 30 миль в час ездить, думали, что это вредно. Это вредно для здоровья. Да. Там, видишь, дело в том, что эти летчики-истребители, они подвержены большим перегрузкам. Ну, то есть изменение вот этой скорости. То есть гражданские летчики не в такой степени, потому что гражданские самолеты не разгоняются, там так резко они падают в пике, там, да. А эти пилоты твои, когда они идут в колледж, ну как бы чтобы стать летчиком, да, военным, там, по-моему, только двух, там в классе, там 60, только двух самых лучших, ну этих, да, студентов берут. Да. Почти невозможно стать этим летчиком. Ну как истребителем. Да, обычно там карго. Да. Потому что там миллиард долларов может стоить самолет, нет там? Миллиард. Ну не миллиард, ну ладно. Ну там стоит 100. 200 миллионов. Ага, да. Уже может. Ну вот современные вот эти там рэпторы, там F-22, F-35. Большая ответственность. А сколько они зарабатывают? Сколько здесь зарабатывают, не знаю. А вот в России они зарабатывали очень немного. Сейчас, наверное, получше.